Здравствуйте, зрители! Сегодня нас ждет по-настоящему уникальное приключение. Американцы отправились в русскую деревню, чтобы собственными глазами увидеть, как жили люди в эпоху больших перемен начала 90-х годов. Американские гости смогли посмотреть заброшенный дом в России. Посмотрите это видео до конца, ведь они испугались обычного подвала. Американцы впервые попали на просторы, где однажды царил Советский Союз, и даже после его распада остался его след – этот дом. В их воображениях 1991 года был покрыт занавес тайны и предрассудков, но теперь они готовы заглянуть за него и увидеть, какие дома были раньше. В поисках местного жителя, который мог бы им рассказать про ушедшую эпоху, иностранцы не могли никого опросить деревню про СССР. Деревня вроде казалась живой, но люди особо не ходили по улице. Наверное, все смотрели телевизор. Может, вы напишите в комментариях, как жили люди в СССР. И вот заброшенный дом встречает их мрачным молчанием. Иностранцы ожидали увидеть влагу, плесень, но земля в доме была удивительно сухой. Почему? Ведь природа давно уже должна была взять все в свои руки. Наверное, раньше, в далекие 90-е, дома строили на совесть. Находка полуразрушенной русской печи натолкнула американцев на мысль о былых заботах, о днях, когда здесь, возможно, пекли ароматный хлеб, грелись в холодные зимние вечера, собирались у русской печи в кругу семьи. И вдруг, из-под слоя пыли, они увидели фотографии прошлых жильцов, словно окно в былую жизнь. На фото русские не похожи на бедных. Пока американцы ходили по дому, они поняли, что во дворе есть еще много строений, которые нужно исследовать, и они решили пойти туда. Но иностранцы видели, что все заросло травой, и они все же решили пробраться и посмотреть, что там. Неудержимое любопытство иностранцев привело их к заброшенному сараю, где каждый предмет напоминал о процветающем хозяйстве, но был и современный мусор. Они обыскали каждый уголок, наслаждаясь ощущением ушедшей эпохи. Но внезапно они столкнулись с тайным проходом, комнатой, веющим холодом и непонятным страхом. Что там скрывается? Они уже были не в силах оставаться в этих стенах ни минуты больше. Если вы хотите увидеть, что там внутри, смотрите видео до конца. Возвращаясь к выходу, гости вновь попытались увидеть деревню глазами тех, кто здесь когда-то жил, ценил каждый закат, каждый кусок хлеба, который они здесь кушали, и тогда яблочный сад не заставил их долго ждать. Когда иностранцы прибыли в яблоневый сад, они вспомнили, что многие говорили, что русские получают здесь от 1000 евро и могут бесплатно кушать яблоки и наслаждаться природой бесплатно. Друзья, если вам интересно это видео, но и истинная жизнь СССР, то подписывайтесь на канал, напишите свои мысли в комментариях, не упустите шанс увидеть еще больше уникальных роликов на канале и, конечно, поставьте лайк, если хотите продолжение этой удивительной истории. Также посмотрите вот это видео, где американцы приехали в русский город и они думали, что здесь нет еды. И переходите в мой телеграм-канал по этому QR-коду. Я там буду выкладывать уникальный контент, которого не будет в открытом доступе.